взаимодействие, ну, 33 с организацией районных исправительных соборов. Мы будем по очереди, соответственно, первое у нас управление исправительного собора, договор социального заказа. Соответственно, да, мы выиграли этот конкурс в том году и выиграли в этом году тоже. Соответственно, программы были разные. Я больше участвовала в разработке этого года программы. Ну, а тот год был для нас сложный, поскольку это 22-й год, соответственно, пандемия. Очень тяжело мы раскачивались, потому что, ну, как вы знаете, с фитнес-центрами было тяжело, и, соответственно, заход народа фитнес-клуба тоже проходил очень тяжело, потому что онлайн-занятия в основном оттянули на народ на домашние услуги, да, онлайн-обучение, там всякие обучения, соответственно, фитнес-услуги тоже ушли на онлайн. И тяжело, и до сих пор очень тяжело раскачиваются люди, особенно старшей возрастной категории, потому что они засиделись дома. И, соответственно, вот наша задача по долголетию, да, вытащить их наоборот в зал, на улице и все остальное. Вот. Второе у нас взаимодействие, соответственно, ЦСО, с нашим ЦСО, потому что мы являемся клуб 33, поставщик городского проекта «Московское долголетие». Клуб 33 5 лет работает поставщиком, да, услуг по организации досуга, соответственно, нашего возрастного населения. У нас на данный момент 22 группы, а раньше было до пандемии 41. Вот. Поэтому сейчас мы работаем как бы на расширение, соответственно, наше ЦСО нам помогает, и вот мы работаем в таком взаимодействии. Вот. Сейчас мы дальше, потом я остановлюсь более подробно. ГБУ «Личность» мы тоже работаем совместно, потому что на нашей территории у нас проводятся, да, мероприятия по рестлингу. Соответственно, ребята еще готовятся, мы предоставляем возможность не только, да, бороться, но они пользуются возможностью позаниматься на наших тренажерах, стать еще больше, ну, сильными и, соответственно, победить всех в городе Москва. Наверное, уже «Личность» об этом сказала. Ну и совет депутатов муниципального Москвича Сабурова. Мы с вами тоже взаимодействовали в том году. А вот для этого, конечно, мы даже сделали вам небольшой коллаж, чтобы он у вас осталось навалить. Можете его даже куда-нибудь повесить. Мы уже подготовились. Да? Клуб 33 и ваши. И вы как победители. Да. Сейчас покажу, коллеги. Я думаю, такой плакатик тоже как бы... То есть все запоминающие моменты прошлого года, да. Они все влегли, я понимаю, в этот коллаж, да, который, да, останется на память своих депутатов. Спасибо большое, мы обязательно его разместим.